Привет всем! Сегодня будет коротенькое видео на тему узлов. Покажу вам два узла, если вы хотите, например, привязать шнур или леску к вертлюгу или к чему-либо, что имеет, так скажем, свое ухо. Но не крючок. Крючок я покажу позже, как привязывать в другом видео, а сейчас будет вот про это. Итак, тут будет два узла. Значит, первый узел. Пропускаем шнур в ухо вертлюга. Зажимаем пальцами вот так вот, чтобы осталась небольшая здесь, так скажем, петля. Да, нет. И 3-4 раза оборачиваем вокруг себя шнуром. Дальше шнур пропускаем в эту петельку, которая образовалась у нас здесь. И еще раз в петельку, которая опять же образовалась. Вот такая вот, я надеюсь, понятно объяснил. И предварительно смочив, начинаем затягивать. Все лишнее можно отрезать. Такой вот простенький, но надежный при этом узел. Второй узел тоже легкий, но при этом надежный. Сворачиваем наш шнур вот так вдвойне, чтобы образовалась петелька. И эту петельку пропускаем в ухо вертлюга. Вот таким образом. Теперь вяжем вот с этой петелькой простой узел. Как обычный узел, один раз пропускаем. Типа вот обычный узел. И эту петельку, которая у нас остается, мы в нее запускаем наш вертлюг. И теперь можно, предварительно смочив, затянуть. Плохо затягиваю, ну ладно, затянулось. Тоже очень простой, но при этом крайне надежный узел получается. Это вот два узла, чтобы связывать, ну, например, вертлюги или еще что-либо. Вот такие вот два простых узла, которые пригодятся, в общем-то, каждому рыбаку. Неважно, на что вы ловите, на спиннинг, на донку или еще чего. Всегда что-либо надо к чему-то привязать. Надежно, просто. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем удачи и ни хвоста, ни чешуи.